28 июля, 12-я грядка Розума. Здесь у меня опытная грядка, посажено 9 кабачков и тыкв на пищевых остатках. Вырубил вот здесь малину, вот они, кусты валяются здесь, здесь, и сено собрал с участка. Здесь я буду сажать тыквы на 11-й грядке и на 12-й. Слева 30 сантиметров будет земля. Здесь будет под землей бревна. 30 сантиметров снова земля. Еще раз бревна. И здесь тоже земля. То есть будет 3 грядки. И между ними 2 ряда закопанных бревен. Вот здесь я их приготовил. Сосед сломал сарай, привез мне также бревна от яблонь. Все это будет уложено ниже уровня земли. А здесь пока у меня растет картошка. Сейчас пойду опрыскать вот этих друзей. От соседей приползли. Я сделал эту грядку заранее. Здесь еще растет картофель. Вот даже в ящике. А картофель в ящике будет отдельный фильм. Когда соберу урожай, проложу здесь бревна. Грядка Розума с двумя канавами. 29 июля с 5 часов утра до 8 я прорыл 2 канавы для закладки бревен, а затем и листвы. На перемышках я разметил, где будет канава, 2 канавы и 3 грядки. Я подрезал штыковой лопатой дерн и выложил его на будущие 3 грядки. Недостающую землю я привезу из леса. Так. Здесь у меня в ящике зреет огромный урожай картофеля. Вот этот куст я выкопаю и до ящика докопаю. А также вот здесь 1 метр докопаю и заложу дерево. В конце августа я соберу огромный урожай из вот этих 5 ящиков. Кусты высотой 1 метр от уровня посадки картофеля. Я их сейчас снимаю для того, чтобы вы видели, какой хороший урожай будет. Картофель продолжает зацветать. Я его между дождями тоже поливаю через 3 дня, чтобы удивить зрителей YouTube. Подписывайтесь, и вы будете в курсе моих исследований в области урожая картофеля. Весной я сделал грядку Розума с одной канавой посередине и посадил здесь для пробы кабачки и тыквы. Результат удивляет. Кабачки на конец июля уже большие. До 30 сантиметров. Тыква еще больше. Растет каждый день на сантиметр. И продолжает цвести. Так. Вот масштаб. Килограмм 5 уже тыква. Причем вот эти тыквы у меня не ползут. Я случайно вывел такой сорт. Теперь буду собирать семена. На следующий год вот на тех двух грядках, которые на Аляске у меня, я посажу тыквы.